Минувшей ночью в Иерусалиме израильские военные застрелили по ошибке еврея, приняв его за террориста. Мужчина вызвал подозрение во время проверки пассажиров автобуса. В ответ на просьбу предъявить документы, он напал на солдат и попытался выхватить у них оружие. Те открыли огонь. Подробности об убитом не сообщаются. По неподтвержденным данным, он страдал психическим расстройством. В среду в пригороде Иерусалима палестинский радикал напал с ножом на военнослужащую израильской армии и был застрелен. Женщина доставлена в больницу с тяжелыми ранениями. Ранее в тот же день в городе Бейт-Умар, недалеко от Хеврона, на западном берегу Иордана, пятеро израильских солдат были ранены в результате наезда автомобиля, который направил на них палестинец. Нападавший был убит. В целом, по данным израильских властей, за последние сутки было зарегистрировано меньше нападений на граждан еврейского государства, чем в предыдущие дни. Тем временем в Тель-Авиве африканские мигранты почтили память Хафтома Зархума, 29-летнего беженца из Эритреи, убитого по ошибке в воскресенье. Он был ранен охранником автовокзала, принявшим его за террориста, а потом избит толпой. Израильская полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых в участии в самосуде.